Отныне хозяином монумента официально стало парковое хозяйство города. Еще на два городских памятника, включая статую Ленина на Первомайской площади и обелиск павшим коммунарам в районе Гавань, власти пока только оформляют документы и, скорее всего, следить за ними. Теперь уже на вполне законных основаниях также будет парковая служба. Сейчас в собственности Абакана 24 памятника и скульптурных композиций, которые стоят в парках, скверах и на городских улицах.